наша сегодняшняя встреча для нас очень радостное событие. Ежегодный конгресс. Это действительно площадка сегодня, где мы сделали акцент на предоставлении слова нашим коллегам-эндокринологам из разных регионов. Главной причиной всех, и мы хорошо это знаем, и обыватель знает, все болезни от нервов. Кортизол – это самый мощный стрессовый, так сказать, агент. Сейчас трендами современной медицины является не просто клиническая работа, а максимальное внедрение современных, инновационных, в том числе информационных технологий в работу каждого врача и в жизнь каждого пациента. Разного уровня, от мелкого. Конечно, это будет развиваться. Мы все это понимаем. И я думаю, то, что я сегодня говорил, это завести было как раз публику. Уйти от шаблона, на котором мы топчемся постоянно. Что новое нужно предлагать. Не надо смотреть только назад.